11 июня 2020 года объявлен Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Эта инициатива поддержана во многих странах мира. Госавтоинспекторы уделяли сегодня повышенное внимание пересечениям двух видов транспорта. Что нам дождь, что нам зной, когда повод для встречи такой. Сотрудники госавтоинспекции, не обращая внимания на непогоду, своеобразно отметили 11 июня. Сегодня международный день соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Ежегодно, то есть он проходит в июне месяце совместно с сотрудниками российских железных дорог и другими владельцами ЖД-переездов. Проводятся профилактические беседы, раздаются листовки и памятные сувениры. Сегодня день безопасности на ЖД-переездах. Вот. Поэтому соблюдайте правила, не забывайте, что переезд у нас является местом повышенной опасности, где очень большое количество ДТП происходит. Поэтому будьте внимательны, счастливо. Говоря о статистике дорожно-транспортных происшествий, цифры показывают такую картину. Два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах, в которых один человек пострадал и двоим оказана разовая помощь. То есть если сравнить с прошлым годом, то всего за прошлый год у нас произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, все механического характера, то есть пострадавших не было. Госавтоинспекторы рекомендуют не забывать, что железнодорожные переезды – место повышенной опасности. Будь внимателен на ЖД-переездах, обращать внимание на дорожные знаки, на светофоры, на опускающиеся шлагбаумы. То есть как бы не ездить по памяти, а смотреть на организацию движения, которая на данный момент является действительной.